машина уже в пути. Продержитесь еще немного. Неподалеку есть древние руины. Там вы найдете укрытие и припасы. Только учтите, туда нет проторенного пути. Вам придется проложить его самим. Эта небольшая перестрелка не осталась незамеченной. Скоро Блэквуд выйдут на след. Я проведу вас через аванпост, но вы должны делать только то, что я скажу. Можете поверить, сейчас это в наших общих интересах. Советую не соваться в темноту. Кто знает, что может скрываться в этих песках.
остальное упорство. Всегда есть своя цена. Теперь нужно забыть об этом и сосредоточиться на будущем. Приготовьтесь к встрече. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Что ж, теперь вы заперты в бункере. Придется уничтожить системы защиты, чтобы выбраться из него. Идем дальше. Реализован! Вперед! Ты как раз вовремя. Спасибо. Стрелок убит. Повторяю, стрелок убит. Thank you.
хорошо сработаны, Варфейс. Дальше ваш путь лежит через местную деревушку. Вот координаты. Предупреждаю, дороги кишат существами, которые попытаются вас убить. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Ваша работа закончена, Варфейс. Следуйте дальше. Ранение не серьезное. Я уж думал, мне конец. Тебе. Спасибо. В ближайшей деревне полным-полно зомби. Советую вам быть начеку. Еще живы, Варфейс? Хорошо, продолжайте.
так держать. Вы настоящие герои. Шевелись, я спасибо, подлатаю да. тебя. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Полный хаос. Вот что случается, когда теряешь контроль над ситуацией. Древние руины, о которых я говорил, уже рядом. Держитесь ближе к дороге. В лесу твари еще больше. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Вот это хладнокровие. Как жаль, что вы играете не за ту команду. Отряд, отступаем! Назад! Прикончил его!
Поздравляю, Варфейс. Вы добрались до руин без особых потерь. Теперь придется разобраться с тем, что внутри. Найдите вход в подземную базу. Это и есть убежище, которое вам сейчас так необходимо. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Держитесь ближе к свету, для своего блага. Готовы сделать за меня грязную работу. Справитесь с последним заданием. Вы свободны. Нет? Умрете. Это один из моих новых улучшенных питомцев. Смотрите, он не кусается. Мило, не надо. Увы, эта база не может производить их в нужном количестве. Поэтому ее придется свернуть. Отсюда есть два выхода. Если вы не допечатаете их, зомби будут атаковать снова и снова. Советую начать с западного выхода. Держись, боец! Все благодарю будет за хорошо. Помощь. Спасибо, док. Теперь запечатайте восточный выход.
секретный выход все еще идут зомби. Обесточьте терминал, чтобы остановить производство зомби. На возвышение, чтобы вертушка могла вас забрать. Ничего, мы вытащим вас. Только доберитесь до точки эвакуации. Врача, быстрее! Мне нужен врач!
Здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Бойцы, мы не сможем вас забрать, пока вы не разберетесь с этой вертушкой. Найдите РПГ и сбейте ее. Времени. Блэквуд с минуты на минуту сотрет здесь все в порошок.
разберитесь с этими и путь домой свободен. Не двигайся, я помогу тебе. Ты как раз вовремя. Значит, Оберон хотел сделать грязную работу нашими руками. Не люблю играть вслепую, но во всем есть светлые стороны. Мы прекратили производство зомби. Вряд ли Оберон на этом остановится, так что мы должны быть готовы. Боюсь, это не последняя наша встреча с монстрами Blackwood.